Девушка, ну не плачьте, все будет хорошо. Ребята, с вами Нюкем, и мы всей семьей приехали отдохнуть в лагерь. И как вы думаете, уже в первый же вечер началась какая-то чертовщина. Там закричала девушка и говорит, что ее парень лежит, в общем, где-то там в лесу. Как вы понимаете, не просто лежит. Но с нами она туда идти отказывается, потому что, типа, мы не полицейские. Ну зачем тогда кричали? Ой, ну кто тут дождется полицейских в этой глуши? Ну серьезно, блин, им тут ехать 1000 лет. Ой, здрасте. Беру свои слова обратно. Вот, девушка, мы вас вызывали. Собственно, там где-то ее парень без вас идти отказывается. Говорит, что с ее парнем там что-то очень-очень плохое. Так, слушайте, товарищи, вы что? Вы Степаныча, что ли, не знаете? Степаныча, ну, майор, я его друг. Что, он вам обо мне не рассказывал, о нашей команде детей? Вот это они зеваки, вот зеваки, мы нормальные, так что мы только поможем. У нас, видите, супергерой в команде и в семье. Так что давайте лучше вместе все расследуем. Все, хорошо, девушка, все, полицейский на месте, пойдемте, пойдемте, проведите нас на место. Ух, ребята, сейчас мы увидим какую-то жуть. Прошу всех, ну, таких чувствительных, отойти от экранов. Так, ну окей, окей, такая глухомань, хотя, казалось бы, такой курортный район, да? И даже здесь можно найти такие глухие местечки, которых я вас советую избегать. Так. Ё-моё! Жесть! Ну, товарищ офицер, мы, конечно, видели не такое, но это что-то, блин, явно не бытовуха. Ну, я сразу скажу, что я бы не подозревал эту девушку. Я не думаю, что такая девушка сможет вот так вот голову размажить. Показания? Давайте, давайте. Если что, мы с детишками подскажем, потому что мы, в общем, весь вечер тоже шатались по округе. Так, девушка, вы видели что-нибудь такое, ну, необычное? И как вы вообще здесь оказались? Можете нам рассказать? Странный щекочущий звук. Может, стрекочущий? Я тоже его слышал. Я тоже слышал звук. Такой, блин, похож на какого-то тяжелого кузнечика, металлиста. Ну, что-то такое дико жуткое. И ты слышал? А что ничего не сказал-то? Ну, я обследовал, в округе следов нету. Как бы, если что-то случилось, то именно в этой чаще никто отсюда не уходил, не приходил. Что? Лопата? Не понял, при чем тут лопата? Молодой человек, видимо, самоубился? Каким это? Лопатой? Зачем и кто таким образом сводит счеты с жизнью? Лопатой? Очень странно. Так, ну ладно, видимо, нам его сейчас надо будет притащить, да? Вы тут пока все обследуете, мы с детишками, может, какую-то тачку найдем или, не знаю, тележку. Жесть. Ребята, пойдем со мной. Блин, кто что думает, а? Мне кажется, все-таки девушка что-то не договаривает. Хотя она говорит про эти звуки, я тоже их слышал. Да не, глупости какие-то. Вот смотрите, у меня есть лодки, можно колесики к ним приделать и. Да-да, что-то еще? Помочь? Что случилось? Какая еще машина? А, грузовик? А, который там стоит? Да, наш. А чего? Там все по закону, как бы права есть, лицензия есть. А, помочь? Ржайс, ну, ты сможешь? Ну ладно, тогда вот вам водитель. Да, он только им может управлять, поэтому, пожалуйста, Ржайвис, полицейские, Ржайвис. Так, ну, а мы тогда, типа, за тележкой пошли. Детишки, давайте. Блин, еще спать их укладывать. Как после толкового спать, а? Ох, да не, просто совпадение. О, вы уже встали? Молодцы, завтракаете. Блин, детишки, я всю ночь думал об этих звуках странных. Мне даже казалось, что я их слышал. Так, надо все, надо отвлечься, это просто-просто совпадение. Давайте хотя бы телек включим, чтобы там фоном играл. Так, и покушаем. Так, Грошек, отойди. Так, а мне что приготовили? Массовые акты самоубийства стали совершаться в разных городах страны. Никто не знает, с чем это связано. Власти ищут решение данной проблемы. Полиция пытается найти виновных. Чего? Массовые самовыпиливания? В разных городах? Да ну, что за фигня? Я думал, все эти сектантские штучки давно уже того, типа, миновали. У нас просто недавно тут был конец света, и там многие обострения случилось у всяких шизоидов. Ну что это такое? Не, мне кажется, это выдумки журналистов. А случай у нас на курорте — это просто совпадение. Спасибо за компот. Так, а где Петя? Где Петя? Петя! Так, Петя, сюда иди. Ты почему убежал без спроса? Я уже испугался. Ладно, ребята, все, позавтракаем. Мы сюда зачем приехали, а? Дома сидеть? Нет, отдыхать. Поэтому давайте собираемся и погнали на водопады. Миша? А где Миша?
Давай я завису его Мишу с собой, тоже пусть с нами едет. Так, ребята, все, едем чилить. Что-то долго ваш друг, я уже переодеться успел. О, Мих, ну что, едем? Что, пойдешь топить с папой баню? А, блин, жалко, конечно. Ну ладно, удачи вам попариться. Все, мы пошли. Да, Петя, ну ладно, поиграешь со своей женой. Все, взрослый уже. Пойдемте, ребята, мы погнали на водопады. Ау, ребята, зацените самую высокую точку этого острова. Балдеж, отсюда все как на ладони. Кайф, да, Саша, только осторожно. Дерево не подожги, плиз, а то у нас горит, и все. Высокой точки больше не будет. Так, в смысле, кто еще? Что? Кто-то еще пришел? Где? Где? Ух ты, здорово, ребята. Так, ну-ка, не деремся, детишки, вы что? Люди тоже имеют право отдохнуть. Так, мужики, вы что тут мусорите? Вы что, оборзели, что ли? Мы вообще это, зеленые. Некоторые даже буквально, поэтому давайте быстро все собрали. Собрали свой мусор. Собрали? Так, не верите? Ну-ка, Лиза, давай покажем, какие мы можем быть зеленые. Давай-ка, Лиза. О, вот такие вот. Так, так, куда разбежались? Тихо. Взяли свой мусор. Мусор свой взяли? Так, взяли, да? Теперь за мной, за мной, за мной, за мной. Мы вас научим, как правильно все утилизировать. Так, давайте, давайте, сейчас. Мы вам кое-что придумали. Мы же тут, типа, веселимся, вот вы нам поможете. А то мы же вас научили, вот и вы нас уже различите. Так, вот видите, водопад. Так, каждому по лодке. Так, вот, раз, лодка. Все, прыгай, прыгай, пошел, пошел, все, сплавляйся. Так, следующий тоже. Так, бах. Поплыл, поплыл, все, поплыл, все, вперед. Так, и им тоже. Последним давайте тоже лодочку даем. У кого-нибудь лодочка есть? Давайте, давайте, давайте. Так, что, лодочки нет? Ну да, пешком, да, руками давай греби. Все, вперед. А то ишь ты, нашу замечательную вершину хотели превратить в мусорный какой-то полигон. Нет, мы этого не позволим. Так, ну что, он так уплыл? Ну ладно, фиг с ним. Эта лодочка будет для нас. Ребята, ладно, ничего, мы не злые, просто не любим, когда мусорят. Все, давайте отдыхать. Уф, дети, что-то я маленько устал. Да еще плюс не кушал целый день. Конечно, мы с вами позагорали, покупались, но кажется, на сегодня достаточно. Я думаю, завтра у нас еще будет приключение, поэтому давайте все спускаемся вниз в деревню. Дальше будем завтра отдыхать. Все, только давайте попробуем без лодок. Грошек, Грошек, а можно я у тебя на спине сплавлюсь? Вот это будет весело. У-ху! Блин, кайф! Ребята, давайте, жалко, у вас своего Грошка нету. О, Миша, ты что такой взбаламошенный? Что случилось? Родителей потерял? Чё это за крики там? Потерял? Ты же с ней в баню пошел. Ты в бане их потерял? Пропали? А ты подожди. А к экскурсоводу подходил? Он же тут типа всем заправляет. Ну, спрашивал его, типа, может, он типа... И он пропал? Пойдем разберемся. Так, стоп. Стоп! Что? О, господи! Так, эти звуки, я их слышу! Тихо! Так, Миша, живо в дом! В дом пошел! Быстро, быстро, быстро! Заберись в доме своем! Давай! Так, дети, в дом! В дом, я сказал! В дом, быстро! Саш, ты не такое видела, хватит тут нежинку играть! Блин! Крики! Так, свалим, свалим, свалим! Сначала себя и семью в безопасность. Так, закрыть все окна, закрыть все окна! Ну, так себе забаррикадируется, если честно. Давайте лучше еще столами подобрите. Так, а я пока что схожу за этим Мишей, а то как-то, ну, нехорошо его там одного оставлять. Мало ли его, да, правильно, родители куда-то ушли, блин. А он там один сейчас остается. Все, ждите меня здесь. Стульями баррикадируйте окна и двери. Только, пожалуйста, меня впустить не забудьте. Ладно, все, я пошел. Так, ух, капец. Тишина. Черт возьми, никогда так я не любил тишину особо, а сейчас она вообще жуткая. Черт возьми, кто же им оторвал-то, блин, это все? О, Миша! Миш! Чего ты видел? Чего у тебя с глазами? Миш, ты куда? Миш! Ты куда поехал? Эй! Воу, парень, подожди, ты хотя бы объяснись, ты в стену едешь, блин, Миша, парень просто взорвался об стену, а видишь, что у него с глазами, что он там видел? Так, стоп, что это за стрекот? Так, я же смотрел такой фильм! Да ладно! Так, я понял, не смотреть, что бы там ни было. Так, нюкем. И где-то там дом, не смотри.
Не смотри, просто иди вперед. Просто иди вперед. Так, это мусорка, фу, воняет. Так, идем дальше. Так, это куда-то сюда. Так, это дорожка, потом надо было направо. Так, фонарный столб, я его помню. Так, сюда, сюда. И, о, так, лестница. Дети, это я, открывайте только. Не, тихо, не открывайте. Нет, блин, закрывай быстро, быстро закрывай. Не смотрите на улицу. На улице, не смотрите, фух. Ребята, мы попали. Слышите? Слышите? Это они. Миши все, больше Миши нету. Ребята, там какие-то твари. Судя по всему, если ты их увидишь, то ты покончишь с собой. Поэтому собираем быстро вещи, смотрим в пол, по сторонам не глазеем, и нам лишь бы добраться до машины, понятно? Все, быстро собираем вещи, давайте, времени мало.